Всем привет, друзья! Вы на канале GameTuneRu, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Sniper Ghost Warrior 2. В прошлой серии мы закончили акт 1, сейчас перешли ко второму. Называется он «Операция Архангел». Так, ждем, когда у нас загрузится здесь. Сержанты Андерсон и Медекс. Да, сэр. В Боснии складывается чертовски дерьмовая ситуация. Поскольку вы лучший снайпер и наводчик, которых может предложить Беннинг, мы решили направить туда именно вас. Сараево сейчас осаждают сербские войска. У нас есть достоверная информация о творящихся в городе кровавых бесчинствах. Главный их инициатор — этот сукин сын. Майор Марко Владич. Отряды ликвидаторов Владича методично вырезают гражданское население в районе Стариград. Со всем уважением, сэр. Но почему этот ублюдок еще жив? НАТО не может действовать, пока не предъявит журналистам неопровержимые доказательства преступлений Владича. По городу гуляет старуха с косой, а вы отправляете нас туда как папарацци? Ваша задача — встретиться в заданном месте с информатором ЦРУ. Местный жулик, фамилия Меринов. Он будет вашим проводником. Как только снимете на пленку преступление Владича, сразу убираетесь оттуда. А если наткнемся на Владича? У вас четкий приказ, капитан. Сделайте снимки. Потом уже поговорим о Владиче. Все поняли? Да, сэр. Удачной вам охоты, господа. Удачной вам охоты, господа. Так, поехали. Показывает, что ты в 2 километрах к юго-востоку от окраины города. Разведка сообщает, армия сербов полностью блокировала Сараево. Будь очень осторожен. Жесткая посадочка. Контакт командованию было твоей идеей. Кто он? Просто мелкий жулик и подонок. Когда мы были в Афганистане, он пытался впаривать очищенный спирт под видом выпивки. Но поверь мне, кто-кто, а этот на территорию врага пролезет точно. Он приведет нас к Владичу. Ты хочешь сказать, к доказательствам? Ну да. На 12 часов танк, держись. Поправлюсь. Никчемный металлолом начала 90-х. Цель — солдат на броне. Расстояние 150 метров. Ветер постоянный. Можешь начинать. Так, ладушки. Ну что, выносим. У нас новая снайперская винтовка. Что довольно неплохо. Так, а пробьёт, что ли, вообще каску-то? Теперь тот, что чинит двигатель танка, справа. Расстояние тоже. Да присядь ты. Огонь. Чисто сделано. За мной. Есть. Надеюсь, ЦРУшники не станут назначать встречу в самом центре боевых действий. Ага. Интересно. У ЦРУшников была веская причина назначать встречу в эпицентре боевых действий. Разве они больше не закапывают трупы в лесу? Как всегда циничен. Судя по тому, что я слышал, парень дешевка, и он сам настоял на встрече в этом месте. А еще сказал, что там получатся фотографии высшего сорта. Тихо. Еще меня называешь циником. Вижу одного будущего мертвеца в окне. Первый этаж того дома. Слышу тебя. Так, мертвец в окне. Иди сюда. Ага, вот есть. Да ёкарный бабай. Все, стой, не шевелись, братюнь. Так, мы присели, что ли, да? Да ладно! Лакер. Давай ж. Убрал он его. Да. Окей. Заходим потихоньку. Я на точке. Прикрой мне спину. Сделаю. Чё это было? Это что-то вообще не смешно. Чё за бред? ЦРУшники не станут назначать встречу в самом центре. Да, да, друзья. Это жесть. У ЦРУшников была веская причина назначать встречу в эпицентре боевых действий. Разве они больше не закапывают трупы в лесу? Как всегда циничен. Судя по тому, что я слышал, парень дешевка, и он сам настоял на встрече в этом месте. А еще сказал, что там получатся фотографии высшего сорта. А еще меня называешь циником. Вижу одного будущего мертвеца в окне. Первый этаж того дома. Отличный выстрел, друг. И чё, он сейчас так же забежит в дом? Заходим потихоньку. И подставит меня, что ли? Жесть. Наконец-то хоть одно серьезное дело. Потом похвастаешься, Карл, у нас есть задание. А
я тут сижу и думаю, что Уиллер — это главная зануда во всей операции. Внимание, две, три цели. Одна в окне, две снаружи. Стреляй по сигналу. Первая цель у левого крыла здания. Курит там. Покончи с ним. Да что... Чтоб тебя мотается прицел. Твою мать. Так, этого убрали. Где еще у нас цель? Точно в цель. Угу, понятно. По шлему не всегда получается. Через шлем убить не всегда получается, в общем. Приближается. Черт, давай за мной. Ну. Так, понятно. Полезли под вагоном. Ну, там немало народу, да. Кстати, надо перезарядиться. Тихо. Замри, не шевелись. Ох, без палева ты лег, братюнь. Ну и? Когда они кончатся, там он еще трое. Ну, с этими, наверное, придется расправиться. За мной. Погнали. Так, да, этих по-любому придется вырубить. А нет, смотрите-ка, уходит. Этот урод мой. Видимо, не придется напрягаться. Ну давай, херач его. Так, и? Чё молчишь-то? Ну, погнали. Они направляются в город. Нужно поскорее закрыть сделку. Войну больше не выигрывают пушками. Выигрывают, подкупая забалдык в подворотнях. Ну, все не совсем так. Слово и образ не слабее пули. Чтобы добиться своего, нам понадобятся политические рычаги. Черт. Стой. Впереди очень много врагов. Не стоит лезть в бой. Лучше обойти их. Иди за мной и будь начеку. Конечно, шеф. Лады, погнали. Цель впереди. Оставь его, он слишком открыт. Так, попробовать пистолет, что ли, пока взять в руки, может быть, пригодится еще. За мной. Сейчас мы справа. Не стрелять. Проберемся через кусты. Да кто меня палит? Стой. Ага. Стою. Выдвигаемся. Будь начеку. Так, короче. Еще двое патрульных. Пусть пройдут. За мной. Так, патрульные прошли. Идем дальше. Чё тут, братюнь? Впереди контакт. Снимаем. Это чё? По-тихому. Окей, снимаем. Этого режем. Так, еще у нас один. Так, возьмем аптечку, патроны возьмем. О, надо с этой стороны зайти. Че, какой толстый. Так, отлично. А это еще что за фигня? Это не просто выброс дыма. Иначе он бы уже развеялся.
Давай побыстрее пройдем. Твою мать, ложись живо. Че такое, братан? Очень рискованно, корова. Ой-ой-ой. И потом, что тебя слушать нельзя. Не дрейфь, напарник. Я же рядом. Тебя ждет снайпер наверху. Ух ты, он действительно меня ждет. Сейчас мы его снимем. Есть. Немного усложним правила. Ну как, одним выстрелом двоих убьешь? Да без проблем. Хорошо. Тот, что слева, теперь легкая добыча. А то выносим его. Все есть, чисто. Доволен? Т, ну и куда мы теперь? А, ну просто следуйте за Медексом и все. Их то нифига здесь война. Полный абзац. Кажется, мы влипли. Наверное, остатки хорватских ВВС пытаются отвоевать плацдарм для своих. Они, наверное, сумасшедшие. Это так низко под носом. Значит, ты видишь, наша точка встречи на том конце квадрата. Надеюсь, у тебя есть с собой взрывчатка. Нам придется обклеить орудие $100 купюрами и ждать, пока их растащит по частям. Да, все вижу. Надеюсь, летчики хоть раз прокатятся за то, что мы делаем их работу. Прикрой меня, я выхожу. Так, лады. Надо снять этих ПВОшников. Давайте сначала это уберем, так надо присесть. Двоих. Отлично. А вот еще у нас один. Смотрите, он на стороже. Все, есть. Идем. Ставим С4. С4 на орудие. Так, отлично. Заряды установлены. Мы берем подходящие дистанции, отправь их на тот свет. Надо, в общем, отсюда отойти. Я так считаю, чтобы не взорваться. Ну и сейчас подорвем заряд. Расчет орудия мертв. Двигайся вперед, уничтожь другое орудие. Эх, ну нифига себе, какой-то простой. Так, сейчас этих надо убрать. Вот у нас наводчик. Устанавливай С4, живо! Да что такое? Ладно, пустяк. Еще очко команде гостей. Вперед к последнему. Ага. Так, сейчас у нас покажется этот наводчик. И снимем его. Теперь этого. И вот еще у нас один бежит. Есть, зачистили. Кто это меня видит? Цели не вижу. Ну, в общем... А, нет, вот есть по радару. Устанавливай С4, живо! Так я не могу найти. Так, где-то здесь. Ага, вот, вижу, вижу. Есть. Все, погнали. Вроде больше никого... Ну да, нормально. Так, как далеко сюда бежать-то? Ставим С4 и валим отсюда. Установи С4 на орудие. Так, есть. Силы продвигаются к цели. Не знаю, надолго ли, но нам надо исчезнуть. Встретимся позднее у подземного перехода. Хорошая работа, Кол. Его крутейшество Мэддекс похлопал меня по спине. Я об этом мог только во сне мечтать. Так, ладушки, и чё сейчас? Какое у нас задание? Этот пока. Должен ждать нас по ту сторону перехода. Опять идём. Просто за ним следовать надо. А, да, встретиться. Кто-то идет. С Мириновым.
Ух ты, много народу. По-моему, они что-то заподозрили. Но должно обойтись. Я надеюсь. Слушай, Мэддокс, это ты мне посоветовал это место? Так, есть. Вроде нормально. Все, погнали. Ты что делаешь? Ты что, дурак, что ли? Ё-моё. Чё сделал? Да, друзья, это пипец вообще, а не игра. Так, где он? Фак! Бежим отсюда. Так, ладно, со снайперки сейчас поснимаем всех. Ветра тут нет. Ух ты! Валим. Я тут 2 часа и уже... Так, вот у нас Меринов. Ты Андерсон, верно? Меринов? Собственной персоной. Уже наслышаны обо мне, а? Резюме потом пришлете, сейчас речь о другом. Американцы, всегда вы куда-то спешите, бежите. Учитесь расслабляться. Бутылочка водки. Симпатичная девушка, чтобы кровь не слила. Хотите? Для гостей найду без проблем. Потом как-нибудь. Мне сказали, вы знаете дорогу. Да, несчастью. Ни за что на свете не хотел бы возвращаться в это ужасное место. Но души жертв Владича требуют мести. Мы ведь здесь именно за этим, да? Верно. Ну и ради чемодана, набитого чистыми купюрами по $100. Кажется, я не нравлюсь вашему спутнику. И мне тоже. Но мы здесь не за тем, чтобы клясться в вечной дружбе. Чем быстрее отведете нас в лагерь Владича, тем раньше получите свои деньги и вернетесь к своей насыщенной жизни. Я все понял. Идите за мной. Так, друзья, прошли мы эту миссию. Ну, не такая она длинная получилась. Увидимся, друзья, в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Комментируйте, лайкайте видео, если вам понравилось. До скорых встреч, друзья. Пока.